У вас есть широкая таблица с данными. Возможно, что она даже не помещается на экране. Часто возникает ситуация, когда нужно визуально сопоставить содержимое одной ячейки с данными в другой ячейке, которая находится в той же строке, но далеко от первой. В этом случае чаще всего пользователи поступают таким образом. Выделяют ячейку, затем выделяют строку, перемещаясь взглядом по выделению, находят искомую ячейку. Но сегодня, чтобы облегчить себе работу, мы уменьшим количество действий для концентрации внимания, а именно сделаем подсветку строки автоматической. Выделяем лист, нажав на треугольник в левом верхнем углу, или сочетанием клавиш Ctrl-A. Выбираем на панели инструментов условное форматирование, создать правила, использовать формулу для определения форматируемых ячеек. И в этом поле пропишем следующую формулу. Выбираем формат и здесь настраиваем нужные нам параметры для выделения строки. В первую очередь нас интересует цвет выделения. Применить. Нажимаем ОК. Далее нажимаем правой кнопкой мыши на значок листа и выбираем «Просмотреть код». Или можно воспользоваться сочетанием клавиш Alt F11. Выбираем рабочий лист. Прописываем эту команду. И закрываем окно. Теперь при выборе какой-либо ячейки на этом листе будет подсвечиваться вся строка. Обращаю ваше внимание, что для этого способа нужно, чтобы книга была с поддержкой макросов.